Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Безсмертие» Михаила Онищенко, приуроченная к 5-му Всероссийскому литературному фестивалю имени самарского поэта. Фестиваль как раз проходит в эти дни. Основа экспозиции – работы известных самарских художников, графика Жени Бабушкина, живописцев Дмитрия Мантрова и Вячеслава Сухова. И в их творчестве нашли место размышления на темы, которыми жил поэт. Грань между жизнью и смертью, любовь в поиске себя, тема Родины и свободы. Галерея располагается на первом этаже областной библиотеки. Это проспект Ленина, 14А. Выставка работает до 14 октября. Воскресенье и понедельник выходной. По случаю Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Молл Паркхаус устраивает открытый музыкальный фестиваль в субботу. В течение всего дня самарские коллективы будут дарить всем пришедшим хорошее настроение. В числе участников – невероятное барабанное шоу, выступления самарских групп «Туш», «Паша», «Джейзи Суэйс», «Босиком», а хедлайнер фестиваля – известная на весь мир группа «Cheese People». Также запланирована работа интерактивных площадок, где каждый желающий сможет почувствовать себя в роли музыканта, попробовать диковинные инструменты, принять участие в мастер-классах, научиться танцевать и даже выиграть приз. Вход свободный. В Самаре продолжается фестиваль «Французская осень». Особое внимание в этом году уделено визуальным искусствам. В программе 5 выставок и 7 показов французских фильмов. Но, как и предыдущие годы, организаторы обещают удивить любителей французской кухни, ведь запланированы мастер-классы от шефа, а также запланированы и творческие встречи с журналистами и писателями, и дни Божоле Нуво. Всю подробную информацию о расписании можно узнать на сайте Альянс Франсез Самара. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.